Ладно, двигаем дальше. Продолжаем ворчать, бурчать, недовольно фырчать. Вспоминать маму разработчика, его родственников, половых партнеров и остальных животных, с которыми приходилось заниматься всякими непотребствами. Мама в состав животных не входит. Я только про половых партнеров. Так. Черт знает что. Куда идем мы с пятачком, не знает даже пятачок. Лютая гигантская территория, на которой вообще ничего не отмечено, к слову сказать. Обратите внимание, она абсолютно пустая. Даже на... Тут самое смешное, даже на карте здесь ничего нет. Ох, ленивые сраки, а. Чтоб ты так девки любили, как ты эту карту нарисовал, блин. Да уйди ты, зелень. Главное, здесь такие же комнаты внизу. Так. Ты куда ломанулся? Ты стрелок. Совсем дурак, что ли? Тебя наставник мало учил. Стрелять надо издалека, желательно из укрытия. Из укрытия, то есть, делаем вывод. Стрелять надо из укрытия, которое расположено далеко. Лежать. Аналогичное предложение. Всем лизать, лёза лизать. Здорово, зеленый. Чем тебе колонн не угодил? Чё ты стоишь и лупцуешь? Даже смотреть не хочу на этот посох мага. Ага. И вот мы куда... И вот мы куда-то припёрлись. Куда припёрлись, неизвестно. Зачем припёрлись, тоже непонятно. Посох лидерства. А вдруг... Сейчас я достану его, и там окажется именно тот посох. То, что мы так долго ждали. Искали и надеялись, и... ну да, пошел я нахер. Ах, ну что ты встал-то опять? Сильный эликсир контрацепции. Давайте хоть ману качнем, ой, магию. Фу ты, господи, опыт, блин. Все перечислил. В общем, претензии, я говорю, к этому дополнению у меня на самом деле очень простые и понятные. Во-первых, отсутствие какого-либо разнообразия, мало городов, мало интересных точек, мало заданий. Ну, здесь всего мало в этом дополнении. Просто мало. Ну и отсутствие... Как сказать? Вот опять. Опять зелень и опять не моя. Ну что за приколы? Сейчас я этот эликсир немножко выработаю. Так, магия. Лечение. И броня. Угу. Красота, красота. Здесь просто мало наполнения. Территория большая, толку ноль. Так, а вот это вот, по-моему, передо мной сейчас игра попыталась немножко извиниться. Тут так нужно выразиться. Много вещей. Я не могу нести больше. Да, вот только одно но. Штаны волшебства Амари, это, конечно, замечательно, да? Только у меня, по-моему, не Амари сейчас основное, а кто? Или Амари все-таки? А, Амари. Так, для атаки и защиты 25%. Защита 20%, ага. 25 защита, подвижность 20. 20 защита, подвижность 14. Вихрь 9, вихрь 13. 183. 157. Конечно, замечательно, что я их нашел, ребят. А мне кузнеца кто здесь даст-то ядрить вашу в корень? Куда мне сейчас с этими штанами, блин? Я вот единственный тут
Даже не кузнец, блин. Комбо-мастер. Часть первая, блин. Пипец. Ситуация, да? Подожди, а почему я не смог эти взять? Че, у меня места не хватает? Делов-то. Сейчас выхлебаем все лишнее. И все. Так. Что это? А, ну да. Ну да, Серафим. Оружие Серафима у меня просто завал. Как говорится, бери, не хочу. Тут бы уж тогда реально придумали какой-то этот, я не знаю, камень телепортации классический, как в Диабло или в Невервинтере, блин. Хоть что-то, чтобы можно было по-быстрому там сигануть домой, сделать. Да я в курсе, чувак. Честно, быть немножко это... Выпить лечилки. То у них там уже перебор. Да и эти надо тоже бухать. Как они называются-то? Всякие там ускорители. Опыт, получение опыта и так далее. Ладно, сейчас посмотрим, что это за дриады. Глянем. О, брат, как там все наверху-то печально. Там кого-то приносит. Ну да, это дриады. Жители преисподней, дриады. У меня вопрос-то, перевод такой кривой или что? Какие нахрен дриады, жители преисподней? Дриады это вполне себе жители леса. Может быть, не самые мирные, так сказать. Ну, то есть, не надо думать, что они там добренькие и все такое прочее. Ну, по крайней мере, уж, так сказать, не стопроцентное зло. В плане того, что... Просто сами по себе, так сказать. Самые обыкновенные мрази, ничего особенного. Как и люди. Тише. Так, ну что, давайте. Скадымч. Сохранится. Какой тебе нахрен эскорт, а? Тебе только эскорт. Пошли. А, ну класс. Я опять попадаю в пещеру, которой нет. Опять гигантская территория, пока ты дойдешь. Твою мать. О, с разветвлениями. Ну да, конечно же она с разветвлениями. Тебя как будто прям всеми силами пытаются отучить, знаете, от исследований, чтобы ты не надо тебе ходить. Не надо исследовать, не обследуй территорию, не надо ее обсматривать всю. Со всех сторон, блин. Плохая эта идея. Здрасте. Забор покрасьте. Здорово, жирный. Ну ладно, хоть каменную кожу дали. Как говорится, мелочь, а приятно. Ну то есть нет, не мелочь. Хоть свою руну подсунули, бляха-муха. И это все я хочу сказать. Вспомните драконов из сакра, так сказать, обычного сакрада. Они тоже в какой-то момент, скажем так, стали доставучими. Однако там был один дракон, который давал тебе задания вместо того, чтобы на тебя кинуться. Это было прикольно. И драконы были достаточно опасными, будем честны. А здесь что? Был один перекачанный демон, который просто меня ваншотил с одного удара. Ну, как бы, конечно, забавно отчасти, но бляха-муха. Мы, конечно, научились с ним справляться, не спорю.
Да и то это мы его из могилы откуда-то достали. А здесь что? Просто гигантская территория. Знаете, такое чувство, что эта территория затачивалась под беготню с драконом. Просто дракон-то он большой. Этот демон. Ну, то есть, а нафига себе? Посмотрите, какая тут огромная поляна. А чё сюда приперся-то? Люди добрые. Чё? Так, стоямбус. Вы что хотите сказать, что я сюда пришел чисто прибить этого демона и все? То есть это не портал, ничего. Просто пришел убить этого демона? Дзя. Вы что, угораете? Вот ради этой чешки? Вот всю. Да. Тут это, знаете, тут уже наши полномочия, это все, да. I see bleeding rain, I see... Я спокоен, я совершенно спокоен. Я облачко. Взять хотя бы тот факт, что демоны как бы никуда не исчезают после того, как ты убиваешь их предводителя. Хочется задать вопрос, какого дьявола-то вообще? Почему все эти шатия-братья просто не исчезают после того, как ты уничтожаешь ни много ни мало их босса? Ну, то есть я понял, если бы они появлялись в каком-то небольшом количестве. Куда ты стреляешь-то? Ну ладно, сейчас мы знаем, куда идти. Скринч, 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 скринч. Опять привязали. Так, ну что, налево или вверх? Где тут ближе-то? Да черт его знает на самом деле. Куда тут сейчас лучше идти? Я все-таки предлагаю налево. Да. Эликсир контрацепции. Вся эта игра один сплошной эликсир. Ну ладно, не вся. Все это дополнение, один сплошной эликсир контрацепции. Все. Перегруз. Девать шмотки некуда. У меня слишком много вещей. Я не могу нести больше. Я похож на мула? Бывает. Какие-то пон уже забавные. Так, да выкинь ты их. Подожди. Поножи, 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 жижи. Поножижи. Так, нет, я глянуть просто хочу, что это. 174, кровавый укус. Мощная рукавица. А куда это? Элэнхира. 144, 135. Тут два, тут нифига остальное заклинание 62. Медитация. Тут больше плюшек, да. Я сейчас вот что делать? То ли назад возвращаться к торговцу и расторговываться, соответственно. Воу-воу! Не понял. Я их что, выкинул, что ли?
Подождите, что угораете? Хорош мне так шутить. Я их, похоже, чуть не выбросил. Короче, синий надо сразу выпивать. Начнуть кота зайца самое. Ну ладно, здесь хотя бы зелень, как-то поприятнее все это смотрится. Посимпатичнее. Насколько тут вообще может хоть что-то симпатичное смотреться. Ты на кого батон крошишь? Беготня, блин. Да. Минимум после таких схваток у меня должно было появиться парочка друзей, блин. А они все продолжают меня атаковать. Так. Продолжаем идти по краешку. Дриада Фурия. Фурия. Меня Фурия убила. Бежать. Ну, по крайней мере, попыталась. Они продолжают атаковать меня, обратите внимание. Лови. Так. Да, пришел спаситель леса. Поубивал нафиг всех. Логика компьютерная логика. Лучший способ защитить человечество – это запереть нахрен его в клетках. Помните, да, фильм «Я, робот»? Кажется, люди поручили нам их защищать, но как мы можем их защищать? Как мы можем вас защищать, если вы сами являетесь наибольшей проблемой для самих себя? Так что будете сидеть дома под замком. Девочки, успокойтесь. Вот и все. И нечего было выпендриваться. Получи, получи, получи. Так. В рюкзак больше ничего не влезет. Окей. Тогда засунь ты себе в задницу, блин. В конце концов. Пока я тебе это туда не запихал. Так, нет, нам сюда. Не то чтобы нам сюда. Я все-таки надеюсь найти здесь что-нибудь. Кроме основных заданий. Но что-то мне подсказывает, что болт там валялся. Здрасте. О, как.
Прикольно. Ха. Может, я был не так уж и не прав, говоря, что по краю идет обычная территория. Любопытно. Попал. Отвяжись ты, труташешень. Край карты. Буквально и без шуток край карты. Куда ж ты несешься, балбес, блин, а? Тебе как это? Куда не лезь, тебя сожрет. А мы все дальше и дальше и дальше от изначальной точки. Куда мы идем, непонятно, но мы идем, и нам плевать. По территории, которую, похоже, вообще не планировали к исследованию. Что-то вообще нет ни хрена. Ты куда? Ясно. Понимаешь, чувак, я, конечно, понимаю, что ты летаешь и все такое прочее, но у меня огнемет. Вот именно. И когда я до тебя доберусь, о боже. Ой, что случится? Что случится? Что случится? Случится страшное. Блин, проще спиральку запустить, блин, чем пытаться их всех выцеливать. Поющий топор простолюдина. Двуручник простолюдина. Местные простолюдины прям... Такие просто людины, что просто просто людины, блин. Давай-давай, подходи, что-то не стесняйся. Думаешь, я за тобой гоняться буду? Нужен ты мне. Но уже хрен наведешься, бляха-мух. Ладно, у меня какие-нибудь самонаводящие сети были. Как они называются? Огненные шары. С огненный шар с самонаведением. Хе-хе, это было бы забавно. Ну что, как та стрела зеленая. Летает, 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 летает вокруг. Так, ну, слегка проредил. Опа. Пора восстанавливать броню-то свою. Чисто теоретически можно будет попробовать сейчас этот... этот самый. Ну, он тот. Ну, вы поняли. Попробовать из моей брони сделать. Короче, можно будет у комбо-мастера все-таки попробовать сейчас парочку комбо
изобразить. Может быть, получится. Не факт. Посмотрим. Поглядим. Поглядим. Потому что мне сейчас уже определенно не хватает места. Для всех моих стрелялок и так далее. Соответственно, нужно либо объединять в комбу защитные заклинания. То есть это у нас что? Это у нас вот три имеющихся уди. Да ладно. Вопрос только, насколько быстро они будут откидываться. Либо объединить, например, вот мое третье заклинание, огненную спираль. Например, с чем? Например, с чем? Например, с чем? Например, можно объединить ее с ледяной, с кольцом льда. Или просто два подряд. Три. Ну что вы привязались, а? Я тут бегу, думаю, блин. Вы бежите, мешаете думать. Что за... Бегать надо, так сказать, синхронно. Я думаю, вы думаете. Все бегут и все думают. Так. Ну ладно. Сейчас мы, если когда-нибудь окажемся рядом с комбомастером, теоретически это должно случиться однажды. Куда ты лезешь? Мелочь летучая. Вот теоретически это должно однажды случиться. Вот. Тогда, может быть, я попробую кое-что объединить. Кое-что склепать вместе. Я не уверен, что из этого что-то получится. Да. Очень. Просто вылитый. Просто вылитый муленок. Мулик. Мулик. Муля. Я похож на мулю. Так.